Romanov & Company предлагает продукты питания по доступным ценам. Мы работаем для вас. Контактный телефон 0231-231-05. Адрес: улица Михаил Витязул, 31. В нашем лицее ведутся, как обычно, летом ремонтные работы. В этом году мы делали ремонт всех коридоров, туалетов. Сейчас ведется работа в спортзале, побелка, покраска, работы в актовом зале. Значит, планируются еще работы наружные, то есть на улице, генеральные уборки и ремонты по классам, по кабинетам интенсивного обучения, медицинском кабинете, административные кабинеты. Мы надеемся, что в этом году, как обычно, мы справимся в сроки, то есть ремонт будет завершен на то время, когда наша комиссия будет принимать школы. По методологии мы планируем, значит, 2 квадратных метра на ученика. Все это у нас велись расчеты, мы готовы к этому. Планируем дезинфицирующие вещества при входе в лицее, в каждом классе. На каждую смену будут дезинфицирующие средства. Наш техперсонал будет несколько раз в день дезинфицировать полы, дезинфицировать санузлы, коридоры. Мы готовы к тому, чтобы с 1 сентября принимать наших дорогих учеников и чтобы наш учебный процесс велся в нормальном режиме. Теоретический лицей имени Максима Горького муниципия Белс готов к приему детей и к началу 2020-2021 учебного года. В лицее практически закончены все ремонтные работы. Лицей объявил о втором туре наборы в первый класс. До 28 августа мы готовы принять документы у всех желающих родителей для поступления в первый класс теоретический лицей имени Максима Горького. Согласно методологии по организации набора в лицейские классы, с 10 по 12 августа в теоретическом лицее имени Максима Горького в связи с наличием вакантных мест будет объявлен второй тур для поступления в 10-е лицейские классы. В этом году мы открываем 2 гуманитарных класса, поэтому добро пожаловать. Пожаловать говорим тем учащимся, которые готовы продолжить обучение в лицейском цикле в гуманитарном профиле. Для поступления в лицей необходимо представить копию удостоверения личности, медосмотр, цветные фотографии. И мы ежедневно вас ждем по адресу бульвар Именецкого, 4, для поступления в 10 класс теоретического лицея имени Максима Горького. Мы сегодня готовы к приему детей, даже если учебный год начнется в дистанционном режиме. Педагоги теоретического лицея имени Максима Горького обучены и работают согласно методологии для организации дистанционного обучения. Мы работаем с учащимися на платформах Google Classroom, а также Zoom. Наши педагоги осваивают другие платформы. Мы готовы для того, чтобы продолжить обучение и начать, вернее, обучение в 2020-2021 учебном году. Наши классы готовы, кабинеты готовы, педагоги готовы. Мы говорим всем добро пожаловать в теоретический лицей имени Максима Горького. И надеемся, что 2020-2021 год будет очень успешным для теоретического лицея имени Максима Горького.